Участники автопробега в честь 8-й годовщины присоединения Крыма к России и в поддержку наших военных разворачивают флаги и наклеивают буквы Z на свои машины. Организовать патриотическую акцию решили в Одинцовском молодежном центре. Имею очень большой опыт в организации именно автоквестов, автопробегов, челленджей. И по опыту работы знаю, что для молодежи это очень популярное направление, так как сейчас нам как никогда важно поднимать дух, быть вместе, рядом. И чтобы это было интересно и актуально для молодежи, мы вот в таком формате это проводим. Сама Анастасия тоже участвует в автопробеге. Всего в колонии первые три автомобиля, которые выдержаны в цветовой гамме российского триколора, более 10 машин. Самих участников порядка 50, основной возраст от 18 до 24 лет. Но есть молодежь и постарше. Все, кто решил прокатиться с ветерком по городским дорогам в пятницу вечером. Мы выбирали маршрут, чтобы максимально сократить количество времени и не стоять в пробках в пятничное время. Маршрут составил более 40 километров. Автоколонну участников акции можно было увидеть на основных магистралях Одинцова в течение почти 2 часов. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».